В Верхневолжье продолжается борьба с распространением коронавирусной инфекции. Особое внимание в этом деле уделяется местам массовых скоплений людей. Некоторые объекты, такие как кинотеатры, заведения общепита, детские площадки и зоны отдыха, в настоящий момент закрыты. Те же учреждения, работу которых прекращать нельзя, проходят регулярную санобработку. На этой неделе сотрудники МЧС России провели дезинфекцию объектов здравоохранения и прилегающих к ним территорий. На территории Тверской области продолжаются работы по санитарной обработке мест массового скопления людей. Посильную помощь в этом городским службам оказывают сотрудники МЧС России. Напомним, не так давно наш телеканал рассказывал о том, как в период пандемии COVID-19 дезинфицируется железнодорожный вокзал. Теперь настала очередь объектов здравоохранения. Так, накануне спасатели производили санобработку первой городской больницы. Разделившись на несколько групп, спасатели обработали медицинские корпуса, служебные помещения, входные группы, лифты и лестничные марши, а также места общего пользования, подъезды для спецтранспорта, поручни и перила. Кроме того, дезинфекции подверглись асфальтобетонные и плиточные покрытия на прилегающей территории. В работе сотрудники МЧС использовали мобильный комплекс, распыляющий специальный раствор. Для обработки использовано специальное средство на основе хлора. Как отмечают в МЧС, работы по дезинфекции осуществлялись в специальной экипировке и с применением высокоэффективных дезинфицирующих средств. Они безопасны для людей и животных, однако, что называется, наповал убивают вирусы. Ожидается, что дезинфекция объектов, где наблюдается скопление людей, в Твери продолжится. Посильную помощь в этом процессе будут оказывать и сотрудники МЧС России.